Так, hi guys, еще раз изучаем ансамбль площади Дурбар. Это вот такая тут красота. Так, ну вот, как бы, так сказать, голуби, где Варламов? Голубей разгонять пора. Это все площадь Дурбар. Ну, то, что входит в ее архитектурный ансамбль, вернее. Так оно все выглядит. Вот руфтопик есть. Heritage кафе. Ну, вот любимое занятие непальцев — вот сидеть на этих ступеньках. Давайте попробуем исследовать переулки, площади, прилегающие площади. Ну вот сюда ты хочешь или туда? Да? Ну, я здесь был. Да. Ну, оно там тоже выходит на это самое. Вот такие древние улицы. Вот. Ага. Ну, я думаю, это последствия землетрясения. Это вот эти укрепления все. Ну и посмотрите, какая дверь. Ну, это же не дверь, это произведение искусства. Вот такие аутентичные улочки, настоящие, Катманду. Да, такие вот кафешки здесь. А что, сколько тут что стоит? Так. Пицца, кофе американо 100, кофе латте 140, в общем, это просто кофейня, и бургер чикен 190, ведь 160, и пицца даже есть, не знаю, большая, маленькая, 300 в среднем. Вот, кофе по 100. Хочешь кофе попить? Давай. Вот маленькое кафе, кофейня в центре Катманду, милое заведение такое, тоже недалеко от Дурбара, местные жители тут такие улыбчивые. Девочка, можешь стоять? Белых людей, наверное, не видел. Сейчас я закажу, наверное, лассе. А мне one lassi.
Есть 20, да? Окей. Ну, такое вот заведение. Такой вот вход. Местные люди. Вот так оно все выглядит. Так, сегодня будем продолжать бесцельную бродилку в окрестностях Дурбара. Зашли, попили кофе. Да, тут много как раз таких кофеен подряд. Вот здесь сувениры продают, видишь. Туда выход на какую-то улицу. Вот здесь классные руфтопы. Здесь руфтопы и вот там. Так, ну вот буддист отдыхающий, устал, видимо. Такая вот колоритная площадь. Thank you. Это меня приветствует за непальскую кепку, что я хожу в непальской кепке. Так, а что-то тут Apple. Обменники. Ну, а это вот, по-моему, это и есть знаменитая Freak Street. Бенто кафе. Так, а что у нас тут? Ну, а тут еще кафешки. Так, ну и можно, наверное, зайти на знаменитую улицу Freak Street. Она на самом деле очень маленькая. Никаких хиппи я здесь практически не видел, буквально несколько человек. Но вообще эту улицу создали там в 90-х, 80-х, приезжающие с запада хиппи. Тут. Ну вот фрик кафе. Вон фрик стрит кафе. Такой руфтопчик. Такие вот маски. Такое кафешка с качельками, очень мило. Умеешь тату, или, ну короче, тут татушки делают. Ники, умеешь. Хабиби Мумбаи стрит фуд. Так, осторожно. Так, вот. Кумари. Ресторан Freak Street.
есть простое меги-мамошница. Думаю, рублей, рупий по 140 мамошки, думаю. Ну, тут вот торговля. Центр. Фрик-зона. В общем, на улице Фрик-стрит все пытаются называть со словом фрик. Вот такие цены. Не знаю, что это такое. Момо был 170. Это немножко даже дорого для этого заведения. Ну, на Фрик-стрит, наверное, нормально. О, тут Кали. Самое место Кали на Фрик-стрит. Здесь вот Ласи продают. Ну вот здесь все, эта улица уже практически кончилась. Ну, кстати, выпечка в Непале очень приличная, но она не дешевая, от 100 местных рупий. Любая булочка от 100 рупий. Какая-нибудь пачечка печенья 300. Ну такая, грамм 300-400. Ну, такие маленькие уютные заведения здесь популярны. Свежевыжатые соки в среднем от 200 местных рупий. Ну вот какие-то адские, адско-токсичные блюда. Корейские заведения, думаю, с запредельными ценами, скорее всего. Чья-да. Ой, булаги. Ну что, на сегодня заканчиваем видео. Завтра будем продолжать наше знакомство с Катманду.